Дорогие зрители и телезрители, мы очень рады, что вы решили провести этот вечер вместе с нами. И сегодня мы хотели бы окунуться в потрясающую атмосферу джаза, мюзикла, песен кино, так любимую многими. Как поется в знаменитой песне Джорджа Гершвина, она ощущает ритм, она достигла счастья, она достигла голубого неба, она чувствует музыку, она нашла свою любовь. Что можно еще желать? Сегодня героиня нашей программы – актриса театра и кино Валерия Ланская. И весь вечер с нами симфонический оркестр «Рок-эстра Лайф», дирижер Сергей Акимов. Тобой.
отпусти, я тебя заклинаю, жизнь моей. Дай мне надежду, мою печаль. Спасибо вам огромное. Спасибо. Валерий, вы сейчас исполнили две композиции из разных жанров. Что вам ближе, мюзикл или джаз? Ой, это действительно очень разные жанры, и выделить что-то одно очень сложно. Мюзикл, безусловно, это моя жизнь, это театр. Это то, чем я дышу и живу каждый день. Это синтез всего, что я так люблю. Это музыка, безусловно, вокал. Это драматическое искусство и пластика, движение. А джаз — это душа, это полет, к которому я стремлюсь и мечтаю научиться петь его по-настоящему, но пока еще я считаю, что не умею его петь в полной мере. Ну, я думаю, что это не так. Когда вы разучиваете новую композицию, вы прислушиваетесь к исполнению великих? Когда я учу песню, я, конечно же, обращаю внимание на то, как это делают мастера. Но когда я уже выучиваю материал, и песня уже впета, то, пропуская ее через себя, через свою душу, все равно она обретает мои какие-то краски и становится все равно иной, нежели ее пели другие артисты. Мне вот всегда было интересно, мюзиклы идут достаточно долго, несколько месяцев, а обычно несколько лет. И изо дня в день поется одна и та же роль, а по выходным, воскресеньям еще и по два спектакля. Да, так и есть. Честно скажите, не надоедает? Я хочу сказать, что мы, российские артисты, вообще очень счастливые люди, потому что мы имеем возможность совмещать работу в разных театрах и в разных жанрах. Я служу в Московском губернском театре под руководством Безрукова, где играю драматические спектакли. Я играю в нескольких мюзиклах, в театре оперетты. Я имею возможность ездить по городам и селам с концертами и также сниматься в кино. Поэтому, конечно, когда есть разнообразие, ты сегодня здесь играешь одну роль, завтра в другом месте другую, это проще морально. Не физически, конечно, но морально это интереснее, и успеваешь соскучиться по своей роли. И когда приходишь в театр и играешь, например, Анну Каренину, то, конечно же, она каждый раз как заново, не успеваешь устать. А вот, кстати, про Анну Каренину. Когда вы поступили в театральный институт, вы читали монолог Наташи Ростовой, потом играли Катюшу Маслову из «Воскресенья» Толстого, а теперь играете в мюзикле «Анна Каренина».
Опять-таки, героиня Льва Толстого. Льва Николаевича, да. Вот кто из этих героинь вам ближе? И вообще, близка ли вам Анна Каренина? Потому что образ достаточно своеобразный, неоднозначный. Я согласна. Наверное, по сути своей, ближе всего Наташа Ростова. Я так и знал. Своей порывистостью, импульсивностью, порой наивностью и искренностью. Но эти черты свойственны всем этим трем героиням, и Анне Карениной в том числе. Она тоже жила по сердцу и не слушала никого больше, и, да, совершила неоднозначные поступки. И самое сложное в этой роли, как оказалось, сделать так, чтобы зрители до конца шли за ней и любили эту героиню. Но мне кажется, что все-таки мне удалось найти этот ключик, и, играя эту роль, я верю в искренность и правильность ее поступков. Но роль была на преодоление такая. В какой-то степени, безусловно. Спасибо вам огромное. И хочу пригласить на эту сцену моего партнера, коллегу, потрясающего артиста, исполнителя роли Вронского. Дмитрий Ермак, встречайте. Thank you.
блистательная Валерия Ланская. Спасибо. Спасибо. А сейчас я так хочу спеть для вас ту музыку, которой я дышу. Это джаз. И я хочу пригласить на эту сцену моего коллегу, моего партнера. Вадим Мичман, солист московских мюзиклов. Встречайте. You never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. Give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Tell about it. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you are my flame. Don't give us fever, 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 fever. When we kiss his fever with that flaming girl. A fever on the fire, a fever, yeah, I burn for soon. Kill him, she said, Daddy, Daddy, don't you dare. He gave me fever. We'll kiss, kiss, and fever when he holds me tight. A fever on his missus. Oh, Daddy, don't you treat him right. Now you've listened to my story. I'm listening. Here's the point that I have made. Oh, really? Chicks will burn to give you fever. Be it fairy hot or centigrade, they give you fever. Ooh. When you kiss them, ooh, fever if you leave. Fever till fever. You see them. What a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn, yeah. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. River.
I cry the river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You draw me, nearly draw me out of my head. While you never share the tears. Remember, I remember all that you said. Told me love was to be. Спасибо вам большое. Спасибо. Сколько же замечательных друзей у Валерии. Какие прекрасные партнеры. Вообще партнерство на сцене и в жизни. Это так важно. Евгений, как вы относитесь к партнерству на сцене? Катя, вы знаете, ведь мы с вами уже практически год вместе ведем программу «Романтика и романс». Я вот при зрителях хочу сказать, что я безмерно благодарен вам, Катя, за трепетное отношение к слову, за то, что вы умеете очень тонко и деликатно направить меня не столько профессионального артиста в чтении текстов, но вот как истинная женщина вы можете это сделать так тонко, аккуратно, как будто я сам до этого дошел. На самом деле это так прекрасно, когда ты не чувствуешь одиночества, когда ты чувствуешь крепкое плечо рядом. Спасибо, Евгений. Ну, к чему мы это все говорим? К тому, что партнерство на сцене – это отдельная и очень сильная история. И я предлагаю об этом поговорить с нашей сегодняшней героиней. Да? Пригласим? Да. Валерия. Валерий, мы хотели бы поговорить о партнерстве. Ну, это действительно очень-очень важно для артиста, когда есть взаимопонимание с партнером на сцене, но также важно, чтобы с человеком, с которым ты играешь, особенно большие роли, чтобы был контакт и человеческий, и за кулисами. Тогда зритель это чувствует, есть эта химия. И мне действительно очень повезло, я счастливый человек, что у меня такие партнеры потрясающие. И сегодня вы их видите здесь, на этой сцене. Не всех, безусловно. Валерия, скажите, а вот вы снимаетесь в кино еще, а партнерство в театре и в кино отличается?
Ну, безусловно, отличается, потому что совершенно разная органика. И если в театре ты играешь на последний ряд, чтобы все тебя слышали и видели, то кино — это совершенно другой способ существования. Когда у тебя длинная-длинная картина, и ты с партнером еще не знаком, у меня много раз такое было, и приходит артист и говорит: «Здравствуйте, я Слава», «Здравствуйте, я Лера». И начинают целоваться и играть любовную сцену, которая будет в конце фильма. А с женщиной и сцен-то не так много, особенно в театре. Партнерских. И большая удача, когда с актрисой, с которой ты играешь сцену, нету соперничества и соревнования. Вы не конкурируете на сцене, а получаете удовольствие от партнерства. Это большая редкость. И я хочу сказать, что выйдет сейчас на эту сцену партнерша, актриса потрясающая совершенно. С вашего позволения, я хочу пригласить ее на эту сцену. Не могу больше ждать. Это Наталья Быстрова. Вы все ее прекрасно знаете. Shout to him and whisper.
Сейчас я хочу пригласить на эту сцену артиста, который уже был сегодня здесь, вы его сегодня видели, Дмитрий Ермак. Встречайте, пожалуйста. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly up to the sun. Если ты позволишь, мы хотим с тобой немножко пообщаться. С удовольствием. Есть ли у тебя кумиры среди актеров, может быть, театра, кино? Или
какие-то певцы, которые, может быть, сыграли какую-то важную роль в твоей жизни, может быть, твои учителя? Безусловно, есть, и я уверена, что кумиры есть у каждого из нас. Чаще всего они появляются в детстве. И для меня таким кумиром недосягаемым была Людмила Марковна Гурченко, безусловно. Мастер музыкального жанра. Помимо того, что она потрясающая, глубокая, драматическая артистка, она умела совмещать это драматическое искусство с вокалом. И так виртуозно, так легко и игриво, что я с самого детства мечтала научиться делать так же. И сегодня я тоже обязательно спою песню, которую пела Людмила Марковна, с вашего позволения. В твоих концертных программах значительное место занимают песни из кинофильмов. Ну что же, настало самое время их услышать. На сцене Валерия Ланская. Спасибо. Весь от страха холодея, в темноте каде дрожал. Вдруг выходят два злодея, и у каждого кинжал. Вор сказал: гони монету, и часы с каде сорвал. А другой злодей Бабетту обнял и поцеловал. Говорит опять каде: моя милая Бабетта, странно это, что ты делаешь? Он тебя поцеловал. Но молчит в ответ Бабетта, разрумянившись, как роза. Тут мы ставим знак вопроса, да? И опять конец куплета. А злодей в ту ночь Бабетту обнимая провожал. Для одних грабеж беда, а другим и горя нету. Странно это, странно это, странно это, господа.
едва настанет ночка, вновь идет гулять Бабетта. Тут пора поставить точку, хоть и странно очень. Сейчас я хотела бы пригласить на эту сцену человека, к которому я отношусь, ну, очень, очень тепло. Совершенно не так, как к другим моим партнерам. Он особенный для меня. Это артист, певец, драматический актер и мой очень хороший друг. Заслуженный артист России Леонид Серебренников. Встречайте. Птицами, цветами и людьми, но без любви ты представляешь, без любви. Есть океаны, облака и города. Лишь о любви никто не слышал никогда. Ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит свежими. Только для чего он и кому он нужен, мир, в котором люди друг другу нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новый ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Представь себе весь этот мир, огромный весь, таким, какой он есть, и что любовь в нем есть. Когда наполнен он дыханием весны, и напролет ему цветные снятся сны. Мир, где нет любви, опять представь себе. Так же синей ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен, мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новый ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Так же синей ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен, мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новый ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Заслуженный артист России Леонид Серебренников. Спасибо вам.
Ну что же, наш вечер незаметно подошел к финальной песне. Валерия, спасибо тебе огромное, что ты была сегодня весь вечер с нами, вместе со своими прекрасными коллегами, друзьями, партнерами. Валерия, мы желаем вам всего самого хорошего, как можно больше интересных ролей, фильмов, спектаклей, счастья, любви, радости, всего самого-самого хорошего. Спасибо вам большое. Я обязательно буду приходить еще на «Романтику романса». Спасибо. Спасибо вам, дорогие зрители. Спасибо. Валерия Ланская. И симфонический оркестр «Рок Эстралайв». И дирижер Сергей Акимов. Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо музыке, с помощью которой мы сегодня открыли волшебный и неповторимый мир Валерии Ланской и ее замечательных друзей. И с нетерпением будем ждать новых встреч в программе «Романтика романса».